Как часто история, рассказанная в социальных сетях, меняет жизнь ни одного человека? В Австралии два волонтера, Ник Пирс и Маркус Круг, создали специальную страницу на Facebook, которую назвали «Бездомные Мельбурна». Там собраны десятки историй из жизни, а соответственно и героями стали люди, мимо которых горожане, возможно, проходят не единожды за день. Мы слышали, через что проходят люди, и почувствовали, что этими историями нужно поделиться. Вскоре от теории перешли к практике. Друзья открыли магазин, в котором каждая вещь, приобретенная обычными покупателями, трансформируется в бесплатные вещи для бездомных. Если вы покупаете рубашку за $40, то эквивалент этой суммы мы отдаем на необходимые для бездомных вещи – шапки, носки или трусы. Удивительно, как простая акция, начавшаяся со слов, вызвала широкий отклик у австралийцев. Ричард Кэрри, уличный художник, признался, что наконец почувствовал себя частью общества. Уже через неделю люди начали меня навещать, проверять, все ли у меня хорошо. Приходили просто поговорить. И это давало ощущение, что ты нормальный человек. Думаю, очень важно очеловечить эту проблему. Если от человека к человеку, от истории к истории мы начнем понимать, каково это, то сможем найти выход. К слову, в Австралии каждую ночь на улицах ночует около 105 тысяч человек. Возможно, картину спящего на улице человека видите и вы. Не будьте равнодушными, проходя мимо, и проверьте, спит ли он. Возможно, от ваших действий будет зависеть чья-то жизнь.